В рамках проекта «Городская среда» активисты Одинцовского волонтерского центра «Единой России» проверили состояние детских площадок в поселках Барвиха и Кусово-Тупик. Мониторинг проводился по поручению Московской областной думы и по обращению местных жителей. Как сообщил депутат Совета депутатов Одинцовского городского округа Андрей Яцишин, все замечания по состоянию объектов уже переданы в муниципалитет.